Привет, друзья! В этот раз тестируем видеорегистратор с доступным ценником, который обеспечивает хорошее качество съемки в любое время суток и поддерживает все необходимые функции. В данном обзоре мы продолжим знакомиться с недорогими видеорегистраторами, которые представлены на отечественном рынке автоэлектроники. И на этот раз рассмотрим модель Globox GU216. Она интересна не только сравнительно низким ценником, около $85, но и солидным набором возможностей, часть из которых позаимствована у более дорогих решений. В первую очередь речь идет об использовании объектива с очень широким углом обзора и поддержке сразу двух карт памяти. Одним словом, есть что противопоставить конкурентам. Видеорегистратор упакован в небольшую картонную коробку, на сторонах которой можно обнаружить изображение устройства, его характеристики, а также краткий список преимуществ. Особенно производитель подчеркивает возможность работы сразу с двумя картами памяти объемом 32 ГБ. Комплект поставки включает в себя следующие компоненты. Модель Globox GU216 выполнена в компактном пластиковом корпусе с типичной для современных видеорегистраторов компоновкой. На лицевой стороне расположен объектив, а на противоположной – экран. Последний, правда, не очень большой, всего лишь 2 дюйма. В принципе, для работы с меню хватает, а вот с просмотром отснятых роликов непосредственно на самом устройстве могут возникнуть небольшие трудности. Элементы управления вынесены на торцы корпуса, по 3 кнопки с каждой стороны и расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Разъемы представлены портом mini-USB, HDMI выходом и двумя слотами для карт памяти формата microSD, microSD-HC. Ко всем из них обеспечивается удобный доступ, так что с эргономикой у Globox GU216 полный порядок. Производители рекомендуют использовать карты памяти не ниже 6 класса скорости емкостью до 32 ГБ. Таким образом, суммарный объем может достигать 64 ГБ, тогда как у большинства конкурентов этот показатель в 2 раза меньше. За фиксацию изображения отвечает объектив на основе стеклянных линз с очень большим углом обзора в 170 градусов. Захват и оцифровка изображения осуществляются с помощью 2-мегапиксельного сенсора. Функциональность тестируемого решения расширена за счет датчиков удара и движения, а также встроенного аккумулятора на 200 мАч. Кроме стандартных вариантов записи, есть и полноценный парковочный режим съемки. Активация регистратора при попадании в объектив движущегося объекта. На выбор пользователя предоставляется два типа креплений – на вакуумной присоске и на основе самоклейки. В комплект поставки уже включены соответствующие пластины двустороннего скотча. Главным недостатком является ограниченная функциональность шарнира на креплении с присоской, нет возможности поворота в горизонтальной плоскости и отсутствие такового вообще на креплении с самоклейкой. Меню сделано в виде большого списка настроек. Порадовало качество перевода и количество доступных параметров, особенно связанных с цветокоррекцией. О поддержке технологии широкого динамического диапазона освещения WDR не упоминается. Процесс видеофиксации картинки осуществляется в формате AVI, а для оцифровки применяется кодек H264. На выбор пользователя предоставляется 3 режима съемки. Первое, на что следует обратить внимание при просмотре записанного видеоряда, это большая площадь покрытия перед автомобилем. При этом на самой картинке практически нет оптических искажений, характерных для некачественных широкоугольных объективов. К точности цветопередачи и настройке баланса белого тоже не возникло никаких претензий. В кадре присутствует хорошая резкость, правда, местами все же видны огрехи оцифровки в виде мелкой зернистости. Однако для устройства стоимостью порядка $85 это простительно. Главное, что нет эффекта сплошного замыливания картинки, который иногда можно наблюдать у конкурентных решений. Ну а теперь к самому трудному испытанию – съемки в темное время суток. Спешим сообщить, что Globox GU216 с честью с ним справился, обеспечив на выходе четкую и сравнительно качественную картинку. Да, где-то появляются шумы на черном фоне, где-то картинка становится слишком зернистой. Но самое главное, что это никак не мешает разглядеть дорожную обстановку в любой момент времени. Кстати, видеорегистратор довольно хорошо справляется с резкой сменой освещения и появлением в кадре ярких объектов – света от фонарей или фар встречных автомобилей. Так что, скорее всего, технология WDR или ее аналог здесь все же реализованы. Globox GU216 умеет снимать фото с максимальным разрешением 12 мегапикселей, правда, качество съемки невысокое. Тем не менее, наличие встроенного аккумулятора позволяет при необходимости использовать устройство в роли мобильной фото- или видеокамеры. Модель Globox GU216 – это один из немногих случаев, когда стоимость устройства в полной мере соответствует его возможностям.
Первым делом стоит отметить хорошее качество съемки в любое время суток и использование широкоугольного объектива. Картинка на выходе получается четкая, с правильной цветопередачей и большой зоной покрытия. Но на сегодняшний день для полноценной конкуренции этого уже может быть и недостаточно. Понимая это, производитель добавил датчики удара и движения, встроенный аккумулятор на 200 мАч, а также интерфейс HDMI. Изюминкой же данной модели являются очень компактные размеры и поддержка сразу двух карт памяти общим объемом 64 ГБ. Но самое главное, что за все это не придется платить баснословную сумму денег. Ценник на устройство колеблется в районе $85, то есть даже ниже, чем у многих конкурентных решений с более скудной функциональностью. Что касается недостатков, то, пожалуй, можно выделить только два момента. Маленький экран и невозможность регулировки устройства в горизонтальной плоскости, когда оно установлено на креплении. Насколько они критичны при выборе видеорегистратора, пусть каждый решает сам. Однако, на наш взгляд, в данном случае ими запросто можно пренебречь. Больше обзоров, тестов и сравнения на IT-портале Gizit.com. Переходите по ссылке в описании видео. Подписывайтесь на наш канал и до скорого!